Также Наталья Комарова поздравила с победой российскую женскую сборную по шахматам. В Югре подвели итоги командных чемпионатов мира. Турнир, проходивший в Ханты-Мансийске, в женском зачете выиграла команда нашей страны. Причем в ее составе золотые медали взяла югорчанка Ольга Гиря. Отмечу, что Россия стала золотой впервые в истории женских командных первенств планеты. У мужчин-россиян серебро в чемпионате. Победу второй год подряд праздновала сборная Китая. Для российской сборной очень важна победа, потому что еще ни разу не выигрывали именно женский чемпионат мира. Побеждали на Олимпиадах, на чемпионате Европы, а на чемпионате мира пока нет. Ну а для меня дома, конечно, еще и вдвойне приятно выиграть такой чемпионат. Югра вписала себя в историю, потому что это была первая победа команды, женской нашей сборной команды на чемпионате мира по шахматам. Ну и еще этот чемпионат для нас необычен, потому что, в принципе, впервые, насколько я знаю, за всю историю проведения этих соревнований, впервые в истории всего чемпионата он проводился по обеим командам. На сегодняшний день Югра для 188 стран мира и для многих регионов Российской Федерации является именно примером, как по-государственному подходить вот к такому важному делу, как шахматы.